Меня зовут Наталья Апостол. Я хранитель традиций Минского международного женского клуба жен-послов, дипломатов, иностранных представителей. Мы в клубе, у нас есть, занимаемся благотворительностью, но есть и другие направления, культурная деятельность. И наши дамы, они очень чуткие, очень добрые. У них очень добрые сердца. И когда есть какая-то проблема у людей, они всегда с готовностью откликаются и с радостью помогают всем нуждающимся. Ну и вот сегодня мы собрались, чтобы оказать помощь. Первое, случилось землетрясение в Турции и случилось землетрясение в Сирии. И мы имеем желание поучаствовать в помощи, не глядя на то, что дамы лично участвовали в сборе благотворительной помощи. Мы имеем желание еще от клуба передать определенную сумму денег на помощь нуждающимся, потому что то, что случилось, это большая беда для народов. И хочется поддержать тех, кто остался без крова, без одежды, без пищи, тот, кто получил увечья, для тех, помощь оказать, кто нуждается в лечении.